Клинические исследования в настоящее время, если мы говорим о российских пациентах, дают возможность пациентам получить новейшие лечения, новейшие диагностические методы, доступ к новейшим диагностическим методам, к определенным новейшим процедурам, которые сейчас применяются именно в онкологии. И, конечно же, мы уже говорили здесь о персонализированном медицинском подходе к пациенту. Да? Каждому пациенту назначается персонализированный препарат, который подходит именно для его заболевания. Я бы сказала больше не об изменениях, а о внесении нового. Я бы больше слушала наших исследователей, которые занимаются клиническими исследованиями, да, непосредственно. То есть они воплотители в жизнь клинических исследований, они практики. Я бы больше слушала их, больше бы было открыто для связи с исследователями, да, для обратной связи от исследователей, и воплощала бы именно их советы, их рекомендации в жизнь. Да, безусловно. И меня даже не заняло ни секунды на размышления. Такие проекты, такие форумы, они действительно потенцируют на новые идеи, новые обсуждения, на рождение новых социальных групп. Да? Вот вы сегодня видели, сколько инициатив поднялось. Да. Буквально этот день всего. Да, это конечно, безусловно, огромный ресурс.